псевдонаука, я сейчас пока оставляю в стороне там определения всякие и так далее, она сделала просто впечатляющие успехи. Вот и по количеству изданий, вообще по вниманию. Но самое главное, вот такая знаковая вещь, это то, что псевдонаука заставила себя уважать. Знаете, мы живем в очень интересном таком лицемерном обществе, и оно очень интересно в этом своем лицемерии. Мы стараемся говорить политкорректно. И я думаю, что скоро будет неприлично говорить лжеученый, псевдоученый. А надо будет говорить, скажем, вот вы кто? Я когнитивный девиант. Вот это хорошо звучит, да? Не вор, не воровство, а плагиат. Знаете, это, вот это очень облагораживает ситуацию. Поэтому действительно интересно, так сказать, поговорить. Разные существуют мнения. Вот, в принципе, можно то, что относится к псевдонауке, выделить как бы условно, это грубовато будет, но тем не менее достаточно для вот такой встречи, на две группы концепций, теорий, которые относятся к псевдонауке или там же науке. Я пока отождествляю это. Вот. Первое – это то, что связано с эзотерикой, мистикой, оккультизмом и так далее, и так далее. Это, конечно, очень интересно, но мне бы вот как раз на этом сегодня не хотелось бы заострять внимание. Это особая совершенно область, потому что я всегда говорю тем, кто меня пытается перевести в свою веру, я говорю, что, ребят, вот я все могу понять, кроме одного, что вам так далась наука? Ну вы зайдите в любой книжный магазин приличный, измерьте глазом или как там, значит, штангенциркулем или чем еще, значит, длину полок, на которых написано сверху эзотерическая литература, и пойдите там, где полки с естествознанием. И посчитайте примерно, сколько литературы на что приходится. Раз в пять. Да, ну, наверное, да. Вот, поэтому, что вам наука-то сдалась? Вы хотите перераспределить ресурсы? Ну, устраивайтесь в очередь, есть более прыткие, вот то, что уже второй, так сказать, группа, второй цикл. Это люди, которые, значит, разница между первыми и вторыми. Вторые – это не связанные с какой-то эзотерикой, не связанные с там, мистикой и все. Это люди, которые уже активно паразитируют на науке. Вообще, надо сказать, что псевдонаука, вот ее основная такая особенность, на мой взгляд, это то, что она жить без, собственно, науки, ну, нормальной, в смысле куна могут понять меня, профессиональной науки, да, она жить не может. Она на ней паразитирует. Вот. И это именно нарост. Я бы не стал говорить, что псевдонаука – это раковая опухоль. Нет. Раковая опухоль – это совсем другое. Раковая опухоль – это, скажем, бюрократия. Потому что наука – она дитя свободы. Вот у нас много всяких сейчас о науке ведется дискуссий в интернете и там в разных аудиториях. И очень редко, когда всплывает слово «свобода». Потому что наука – это действительно дитя свободы. Причем свободы личной. Вот Пушкин был прав, когда говорил, что без политических свобод жить еще кое-как можно, а вот без личных много сложнее. Вот ученому это важно. И когда начинается идеологическое давление какое-то, ну, скажем, там, сталинское, СССР, там, где-то еще, когда начинается бюрократическое давление, а то, что сейчас происходит, это не просто, так сказать, лишние там бумажки заполнить, это гораздо более глубокие процессы, понимаете? Сейчас идет такое выработка, уже практически сформировался вот такой вот дитя Болонской системы, значит, вот это будущие клерки науки или около науки. Ну, вот это такие мальчики, девочки, много уже я вижу в вузах и в других организациях. Значит, примерно образ такой. Он всегда очень аккуратно одет, при галстуке, каждое второе слово in English, American English. Вот, он очень политкорректен. Всех на «ты», независимо от возраста, статуса, значит, он такое мышление особенно интересное, такое
анкетно-клиповое мышление. Вот, исключительно. И вот с этим типом, да, и самая беда-то не в том, что они есть в науке, люди, мамы разные нужны, значит, и клерки тоже, а они диктуют условия. Вот, вот в чем проблема, понимаете? Беда не в том, что при Академии наук есть ФАНО, а то, что ФАНО диктует условия. Как надо жить, как надо работать и так далее. А наука, она очень сложно устроена. Понимаете, вот ученый, если мы возьмем биографии, там, допустим, Менделеева, Эйнштейна, вот не знаю, как Дарвина, но у меня коллега здесь подсказал, есть всегда какой-то, причем не на старости лет, а хороший такой период, вот, скажем, Эйнштейна между 5-м годом и 17-м годом, когда вышла статья о специальной теории относительности и общей теории относительности, года, когда он ничего не пишет вообще. Ну или пишет там всякую такую, что там реплики, комментарии, маленькие такие статьи, которые тоже еще не пишет. Вот он думает. А вот эта система, она не предусматривает это. А псевдонаука, которая паразитирует, она как раз очень эффективна. Тут, собственно, и подменяется понятие творчества понятием эффективности. И она рассчитана, она имитирует, причем, вот сейчас небольшие изменения. Вот раньше в музей Менделеева, я помню, приходили, но регулярно раз в месяц кто-нибудь приходил и предлагал новую систему, новый вариант системы Менделеева. Сейчас этого нет. Сейчас то, что сталкиваешься, это более технологические проекты, технические, прикладные. Вот. И это тоже, так сказать, интересно, потому что прикладная наука, если она оторвана от фундаментальной, то она чревата, вот, так сказать, именно для всех науки, так сказать, важен, так сказать, создать определенный имидж. И вот этот имидж, он рассчитан не на научное сообщество вовсе, он рассчитан на власть придержащих, он рассчитан на источник финансирования. Вот, и в этом отношении вот эта смычка между, так сказать, новой бюрократией околонаучной и псевдонауки, она дает поразительные результаты, потому что ну, не в том дело, что какой-то там малообразованный человек, но энергичный, там соблазнил малообразованного там депутата Госдумы и получил неплохое финансирование. Это-то как раз важно, что происходит, это становится естественным путем. Вот получить такой вот такой момент. И это действительно очень опасно. Теперь некоторые признаки, значит, вот псевдонауки, ну чисто практические. Вот у моего коллеги есть замечательная в интернет публикация Александра Борисовича, 15 признаков он выделяет, как отличить, значит, псевдонауку признаки. Я тоже, вот как-то, я вчера с ним познакомился, у меня до этого тоже были некоторые свои признаки, их было меньше раза в два, но то, что есть, совпадает. И вот прежде всего, что поражает? Вот берешь статью, мне сейчас задают вопрос, хорошо, вот вы критикуете, вот это плохо, это вообще, так сказать, идиотская статья, а как отличить? Вот я пришел в магазин или в интернет, я сел там, смотрю, вот автор названия, вроде интересно, а как? Ну, во-первых, псевдонаука, она обычно всегда отличается по тону. Вот вы все, так сказать, идиоты, вот давайте забудем квантовую механику, забудем теорию относительности, все, что вы знаете вообще там и так далее. Вот я сейчас вам про более простую, обязательно хорошую теорию, и если не всего, то, по крайней мере, каких-то очень важных пластов научных проблем. Это раз. Второй – это такой, значит, глобализм. Тут, понимаете, дело хитрое, потому что глобализм вообще присущ национальному сознанию. Вот если сравнить российский энциклопедизм, только, скажем, 19 века и так далее, и западный энциклопедизм. Вот возьмем двух ученых. Гельмгольц, который где только не работал, в каких только областях. Он там и в области математики, и зеркало Гельмгольца, офтальмолога, и там теории знаков, и в электрохимии, и функция Гельмгольца, там динамическая.
все прекрасно. Вот он, как он работал? Он ставил конкретную задачу себе, если нужен эксперимент, делал своими руками и приборы, и все. Задача решабельная, он ее, так сказать, доводил до публикации, потом мог уйти в совершенно другую область, и тоже, так сказать, конкретный результат. Наши не такие. Дмитрий Иванович Менделеев не такой. Он открыл периодический закон, провозился с ним 9 месяцев. И после этого у него появляются в дневнике записи о насосах. Зачем? Чего вдруг насосы потянули? А потому что для него периодический закон – это ступень к чему-то более глобальному, более высокому. Он искал мировой эфир. Понимаете? Ну, я дальше не буду рассказывать, чем это кончилось. Все, ну вот… Нашел эфир? Нет, эфир он не нашел. Он провозился 7 лет с этим делом. Очень интересно, как он обманывал государство. Это, если будет вопрос, я потом расскажу. Как он получал финансирование. Вот это очень интересно. Значит, эфир он не нашел. Тут у него начался, как сейчас модно говорить на чистом русском языке, middle age crisis. Он решил, что по выходе из этого crisis он должен все поменять. Свои работы, жену там, и так далее. Почти все он выполнил. Вот, ну вот такая вот интересная особенность. Знаете, это у нас вообще заложено, вот этот глобализм заложен. У нас просто так докторскую не напишут. Остальная диссертация будет вот, докторскую, что-то она будет, ну не знаю, там что-то этакое. Вот, значит, и наука, она паразитирует на этом же самом. У нее, как правило, всегда очень глобальная тема. Ну и очень такой хороший признак – это список литературы. Ну, либо его действительно нет. Я должен сказать следующее. Вот мой личный опыт, ну, он ни для кого, не, естественно, я просто делюсь, не советую ничего. Значит, если я встречаю книгу, и там, скажем, историческую книгу, и там написано, что там Александр Македонский сказал то-то, то-то, или там, допустим, Менделеев или Эйнштейн писал, и дальше идет цитата, и ничего нет никаких, все, я этому автору не верю. Даже если я знаю, что Эйнштейн это писал, и могу сказать, где эта ссылка и так далее. Я не верю автору. Знаете, все, никакие ссылки на то, что там редакция, все. Не связывайся с такой редакцией, все. Есть жанры, где это не обязательно по определению. Это другой вопрос. Но когда книга выдается как научная, или научно-популярная, но такого высокого уровня. Вот сейчас последнее время ЖЗЛ уже со ссылками, все, вот, лучшие биографии. А раньше, когда-то время было, этого не было. Но когда есть ссылки, это тоже очень интересно. Знаете, вот это у нас беда. У нас многие пишут так, как будто в мире, значит, вот той темы, которой человек занимается, больше никто никогда не писал, не пишет и писать не будет, потому что он уже все вопросы решил в своей публикации. И я вот приведу пример. У нас есть журнал «Вопросы философии». Значит, там года два назад два очень почтенных, два доктора философских наук, оба из МГУ, значит, они написали серию статей по истории науки. Вот, в частности, одна статья была прямо по моей теме. Вот там, она называлась «Судьба теории Коперника». Но там о Копернике много чуши. Но ладно, я уже не читал. Там большая часть статей как раз о Галилее, процессе и все. Это вообще нечто. Хуже того, что я слышал, вернее, веселей того, что я слышал, только мадам Басовская на «Эхе Москвы», когда про Галилея несколько лет назад говорила. Вот это действительно бесподобно. А так вообще очень любопытно. Вот меня что поразило. Литература, во-первых, бог знает какой давности, во-вторых, только переведенная или отечественная, и просто убогая. Вот это отсутствие знания современной литературы, а надо сказать, что, ну, что говорить там про физику, химию, там история, история науки, вообще история, это бурно развивающиеся области. 10 лет назад про того же Галилея писали совершенно другое. Понимаете, это очень интенсивно развивающаяся область. Вот. И я просто взял и посчитал вот кое-какую статистику для себя. Сейчас я уже закончу. Не задержу. Я взял журнал «Вопросы философии». Мне хотелось обидеть этот журнал. Я очень уважаю Пружинина. Он хороший действительно и философ, и редактор. Я взял 43 статьи отечественных авторов, которые были в трех номерах за 2011 год опубликованы.
Ну, это немного, но потом я сделал еще и другие статьи, посмотрел несколько десятков, все то же самое, это не меняет цифры. Так вот, ссылок на иностранную литературу, вышедшую после 91 года, значит, 11-91, 20-летней давности максимум, да, значит, составило меньше 7%, это свежее 20 лет. А доля ссылок на иностранные работы, вышедшие в 21 веке уже, то есть за 10 лет, меньше 5%. Вот действительно хочется спросить словами Пастернака, какое, милые, у вас тысячелетие в дворе? Вот. И кроме того, есть еще такая, знаете, вот ссылаются иногда на литературу. Вот у меня была полемика с Невзоровым Александром Глебовичем, очень интересный такой человек, молодой, я имею в виду по мозгам. Вот, очень интересно с ним было, он написал всякую чушь в журнале «Снопа Галилеи». Я понимал, что я очень рискую репутацией, что я связываюсь, но я написал, почему-то это мало кто обратил внимание, почему я написал. Я, конечно, не собирался Александра Глебовича, так сказать, с ним, его как-то переубеждать. Но смешно, человек решает сугубо социальные проблемы. Так сказать, мне этот психологический комплекс, комплекс полноценности, мне знаком. Вот. Значит, я это написал потому, что мы живем в такой стране, где то, что сегодня говорит Александр Невзоров, или депутат Госдумы, или кто-то еще, завтра будет в учебниках. Или в учебной литературе. Вот, к сожалению, вот это действительно опасно. И поэтому последнее, что я хочу сказать, ну, мы еще продолжим разговор после такого введения, я хочу сказать, что надо ли бороться. Знаете, есть наука, вот все наука, она паразитирует на живом теле науки. Если это тело становится худосочным, если его поражает вот раковая опухоль бюрократии, то псевдонаука расцветает. До поры до времени. Понимаете? Вот, и, но она будет расцветать. Поэтому самый хороший способ – это, во-первых, развитие самостоятельной науки. А это сложное дело, потому что в науке нельзя догнать. Вот хотите догнать – не гонитесь. Это вообще правило жизни хорошее. Все страны, которые европейские, которые претерпевали какой-то кризис, скажем, Англия конца 18 века, а потом она в начале 19 века, ну, сравнялась, по крайней мере, в научном отношении, ну, где-то на одном, почти на одном уровне с Францией и Германией, она не потому, что она догоняла по тем темам, вот они разрабатывают что-то, и мы будем тоже, нет. Она нашла те темы, те области неисследованные, которые мало занимались, в других странах. Ну, вот. И поэтому это очень важно. И второе, конечно, пропаганда науки, в том числе и средствами научно-популярной литературы, вот такие встречи и все прочее. Ну а это самый такой подходящий момент, когда я могу передать микрофон своему коллеге. Спасибо. Я хочу только сделать маленькую оговорку, что я буду использовать термин «лженаука», да. И хочу избежать терминологических споров, я считаю это непродуктивно, интуитивно понятно, о чем идет речь. То есть мы будем говорить о таком явлении, которое имитирует науку без получения реальных результатов. Так вот, я в принципе, буду говорить о том же, что и коллега, но зайду немножко с другой стороны, со стороны массовой культуры. И хочу привести такой забавный пример, иллюстрацию, свежий. Вот для меня свежий. Я недавно просмотрел подряд три художественных фильма, посвященных неандертальцам. Неандертальцы – это вообще такой бренд столетний. И существует определенный соответствующий жанр кинематографа. Вот. И обратите внимание, значит, три фильма. Один 81 года, второй 86 года и третий 2010. Значит, фильм первый. 81 года, называется «Борьба за огонь». Ну, это, на самом деле, экранизация классика. Значит, там неандертальцы, это такие полуживотные, они, значит, чешутся, визжат, дерутся, ну, видно, что плохо пахнут, не моются и так далее. 86 год, фильм называется «Клан пещерного медведя». Значит, неандертальцы, это такие, ну, скажем,
взяли индейцев, нарядили в шкуры, значит, они поклоняются духам, у них там выборы вождя, и еще они дискриминируют женщин. Вот. И третий фильм 2010 года называется, французский фильм, ну, кстати, по лицу видно, называется «Последний неандерталец». Так вот, здесь мы видим такого печального лесного эльфа. Он играет на флейте, он разговаривает с животными, он оплакивает тысячелетняя неандертальская скорбь в глазах. Значит, все там, все три фильма отличные. Вот, но просто я хочу сказать, что в данном случае вот эти отличия, эти штрихи к портрету, они во многом продиктованы не изменениями в научных представлениях, хотя, конечно, понятно, что там, с 1981 года, 2010 много нового появилось фактов. Вот, они во многом определяются некой, в том числе и политической конъюнктурой, и вообще вот тем, что витает в атмосфере. И кто-то мне скажет, что художественный фильм нельзя, конечно, рассматривать как учебное пособие. Глупо. Но с другой стороны, мы понимаем, что огромное количество людей на планете все свои знания, все представления о науке черпают из кинематографа. То есть, когда вы говорили про Галилея и про то, какую чушь несут, откуда это? Понятно, что это есть несколько источников, вот я их тут даже перечислил на слайде, откуда вообще человек обычно получает сведения о науке. И тут школа, вуз, они, вот, ну, я поставил на четвертое место, это интуитивно. Вот, понятно, что это прежде всего масс-медиа, телевизор, кино, разговоры на кухне, какие-то книжки, что там в интернете человек прочитал. Вот, и уже потом все остальное. И хорошо, если ему уходим какую-то научно-популярную книжку, дальше вопрос, какую, он прочитает. Вот, таким образом, просто если, значит, есть мир высокой науки, есть страшно узкое, страшно далекое от народа сообщество тех, кто этой наукой занимается. Есть все остальное человечество, между ними некая пропасть. И вот эту пропасть заполняют различные посредники, в том числе это кинематограф, это литература, это какие-то публикации, и может быть это деятельность популяризаторов науки, если они этим занимаются. Если же они этим не занимаются, то возникают различные проблемы, и вот туда, в эту щель впихивается лженаука. Вот, и немножко теории пиара для нас с вами. Мой учитель Игорь Викентьев, один из теоретиков пиара в России, он, собственно, утверждает, что непонятный продукт рекламировать бесполезно. Почему? Потому что человек, ну, скажем так, тех, кто ко всему непонятному относились хорошо, их динозавры съели, вот, а остались существа тревожные, пугливые, недоверчивые, и современный человек, он непонятного боится. То есть непонятное враждебно, это угроза, и от этого хочется сбежать. Вот поэтому вот и существует в пиаре понятие задача позиционирования. Это значит сделать понятным, не рекламировать, не добиваться любви, а по крайней мере успокоить, не пугать, что это не страшно, это вас не обидит. И дальше возникает вопрос, а как мы поймем, что потребитель понимает? Ну и с этой целью существуют различные опросы. То есть вот существует определенный набор вопросов, связанных с позиционированием, вот нужно спросить у потребителя. Так вот, проведите простой эксперимент. Выйдите на улицу, подойдите, там, допустим, подряд 10 прохожих и спросите у них, что такое генетика. И с высокой вероятностью вы услышите некие вещи, которые весьма отличны от того, что написано, ну, хотя бы в Википедии. Вот, то есть в данном случае видно, что задача позиционирования генетики генетиками не решается. А решают за них ее другие стихийно. Это телевизор, это журналисты, это кто попало, то есть происходит некое стихийное загаживание имиджа науки со всеми вытекающими последствиями. Так вот, и соответственно, вот если мы не занимаемся нормальной пропагандой науки, то этим начинают заниматься люди совершенно другие. И, соответственно, вот люди, что такое наука, не понимают, поскольку это непонятно, это враждебно. Соответственно, деньги на этой власти не выделяют, потому что зачем, если избирателям это не нужно. Значит, ученые становятся неуважаемой профессией, то есть в лучшем случае это какой-то чудак. Это в лучшем случае. Новые ученые не появляются, а вот лженаука расцветает пышным цветом. То есть, наверное, первая причина, на мой взгляд, первая причина распространения лженауки – это то, что настоящая наука сложна и непонятна. И чем дальше, тем более она
скажем, отрывается от народа. Значит, кроме того, мы живем в эпоху чрезвычайной специализации, дифференциации. То есть прошли времена, когда Чарльз Дарвин, значит, мог писать про коралловые рифы, про орхидеи, про голубей, про усоногих раков, про психологию, и при этом оставаться в рамках научных представлений эпохи. Сейчас, если это специалист по усоногим ракам, то он всю жизнь занимается только усоногими раками, и обычные раки для него уже так, только пиво. То есть эпоха чрезвычайной специализации приводит к тому, что специалист, так сказать, выходя за пределы некой узкой профессиональной своей области, его квалификация мгновенно падает, и он становится на уровень обычного обывателя со всеми заблуждениями, предрассудками, стереотипами, и, собственно, именно поэтому никакого иммунитета у ученых против лженауки нет. И интуитивно это понятно, то есть сами понимаете, и когда у вас болят зубы, вы идете не к окулисту, все-таки, а к дантисту. То есть известная фраза «ты ж врач», но никто не пойдет к окулисту лечить зубы. И вот это приводит к тому, что в любой научной области очень мало настоящих специалистов, настоящих экспертов. Например, в области антропогенеза, то, с чем я столкнулся. Их вообще максимум 20 на страну. Зато огромное количество тех, кто может на эту тему поговорить, и кто на эту тему с удовольствием пишет. То есть еще один момент, который я сформулировал как демократизация масс-медиа и появление класса пишущих дилетантов. То есть вот этот входной барьер, который нужно преодолеть, чтобы начать делиться, выплескивать то, что ты хочешь сообщить миру, делиться этим со Вселенной, сейчас он страшно низок. То есть если раньше, по крайней мере, существовали редакции, где сидел какой-то редактор, он мог быть не очень квалифицированным, но ты, по крайней мере, должен уметь писать, вот, то сейчас, да, делиться ты мог на кухне со своими родственниками. То сейчас ты на кухне наедине с ноутбуком, значит, заводишь бложек, и, значит, Вселенная узнает твои гениальные открытия. То есть вот появление. И вот в этом потоке мутном здравый смысл тонет. Увы. То есть я всячески за демократизацию творчества. Да, собственно, я могу быть за или против, но это объективный процесс. Но вот это как побочный эффект. Поэтому, соответственно, появляются жанры, существует устоявшийся термин folk history. Но, наверное, помимо этого существует folk psychology, folk anthropology, folk biology там, и так далее. Я думаю, что вы согласитесь, что ситуацию усугубляет падение уровня образования. То есть, когда действительно у человека в голове пусто, как сказал Мао Цзэдун, не знаю ссылку, поэтому как приписывают Мао Цзэдуну, цитата, приписываемая Мао Цзэдуну, что на чистом листе пергамента можно записать любые иероглифы. Вот это как раз тот самый случай. Соответственно, да, тем не менее, так, у меня еще минуту. Отлично. Да, тем не менее, можно услышать, вот и сегодня этот вопрос в программе задан, а нужно ли бороться с лженаукой? Может быть, не нужно. И вот некоторые доводы, которые мне приходится слышать, в том числе, увы, от ученых, почему бороться с лженаукой не нужно. Значит, довод первый. Пусть этот данный человек несет чушь, пусть он говорит глупости, пишет глупости, но он привлекает внимание к теме. И это уже хорошо, это уже здорово. Это как такая отмазка, отговорка нерадивых журналистов. Мы вызвали дискуссию. Наша передача никого не оставила равнодушным. Это оправдание любой халтуре. Вот возникает вопрос, к чему привлекается внимание. И понятно, что привлечение внимания, опять, если мы будем говорить о теории пиара, помимо привлечения внимания есть еще трансляция отношения. То есть человек передает определенную установку, и, увы, часто он для подростка оказывается первым, от кого подросток об этом узнал. И это уже такая некая инсталляция в голову происходит, и все, человек зомбирован. Пример, который мне нравится, такой классический, когда Турхи Ирдал написал книжку «Истукан острова Пасхи», в 60-е годы она была в том числе издана в СССР на русском языке, миллионы граждан впервые узнали про остров Пасхи. И вместе с этим они впитали ту точку зрения, которую транслировал Турхи Ирдал. И уже потом весьма непросто будет этим людям объяснить,
что Тур Хердал классный парень и замечательный путешественник, но не очень хороший историк. Вот, поэтому вот кто первый застолбил поляну, вот, увы, тот и прав, получается. Во-вторых, замечательная, опять же, замечательная позиция, вот как раз Александр Григорьевич Невзоров в упомянутом материале, он неоднократно говорил, я не ученый, я публицист. Публицистика – это пулеметное гнездо на колокольне, можно расстреливать кого угодно, ни за что не отвечая. Здесь вот ключевая фраза последняя – ни за что не отвечая. Но это некоторое лукавство, потому что когда некто позиционирует себя, я не ученый, я публицист, я журналист, я актер, вот, но когда смотришь текст, который он выдает, тем не менее идет мимикрия под науку. То есть это инаукообразие некое в предложениях, в построении фраз. И это попытка свысока спорить с настоящими представителями мира науки. То есть это имитация научного текста, более или менее удачного. И потребитель часто разницы не видит. Но зато в случае чего наготовит прекрасная отговорка. Что ко мне пристали? Я не ученый. Не надо. Еще замечательный такой стереотип, я уверен, сегодня здесь прозвучит, поэтому я его сразу сниму с доски. Настоящие открытия всегда делались дилетантами. Вот вы затыкаете дилетантов, убиваете ростки новому. Вы вот такие бюрократы и так далее. Ну, на самом деле, не всегда, конечно, но да, действительно, такие примеры есть в истории науки. Часто приводят Грегора Менделя или того же Галилея, например. Приводят к месту или не к месту. Но можно сказать, что вот есть примеры, когда действительно человек, формально не являющийся специалистом в некоторой области, действительно сказал научное слово. И это интересная тема для исследования. В каких случаях действительно такой человек может сделать серьезный вклад в науку? И также вопрос, а в каких случаях этого не происходит? Потому что такие случаи тоже известны, их немало. И давайте спросим себя, где была бы наша наука, если бы ученые принимали на веру все, что им говорят дилетанты? Вот здесь вот некоторые противоречия возникают. И в связи с этим сразу следующее возражение, которое приходится слышать. А судьи кто? А кто вам дал право судить? Вот такая цитата, не буду называть, кто ее озвучил. Я знаю, что в Академии наук даже есть отдел по лженауке. Меня этот факт очень удивляет. Как они могут брать на себя ответственность и говорить, что является лженаукой, а что нет? Ну, это сказал весьма высокопоставленный чиновник, скажем так. В Министерстве обороны есть рота по борьбе с фальсификацией. О, ну прекрасно. Прекрасно. Так вот, это уловка, очень классная штука для лжеученых, потому что это попытка избежать того, чего они страшно боятся. Независимой экспертизы. То, чего страшно боятся лжеученые, это то, что их работу будут оценивать не прихлебатели, а независимые специалисты. Именно поэтому лжеученые не публикуются в научных журналах, а публикуются в журналах, которые сами издают и пишут друг на друга рецензии, выступают не на научных конференциях, а на телевизионных шоу. Да, потому что на научных конференциях их будут оценивать не по красоте слога, а по соответствию того, что они говорят, ну, фактам и тому, что известно современной науке. Будут сидеть нудные очкарики, и их красивой риторикой не проймешь. Вот так. Замечательный такой постмодернистский тезис, опять же, из ассортимента журналистов. Есть разные мнения, да, давайте жить дружно, эти считают, что так, эти, что эдак. Как на самом деле, все равно никто не знает, зритель разберется, давайте дружить. Буквально только что вот, был эфир, не скажу на каком радио, и там журналист пригласил комментировать открытие нового вида древних людей в Южной Африке, он еще пригласил двух специалистов, психолога и психа. Вот. И когда его спросили, почему? Ну они же интересные люди, а у нас свободное все-таки радио. Давайте не будем затыкать рот. Но вот именно специалистам-то слово и не дали. И вот последний тезис, который звучит со стороны настоящих ученых. Настоящая наука сама прорвется. К сожалению, увы, действительно, ученые поглощены своей научной деятельностью, и они отмахиваются, и чего я буду комментировать всякий бред. Настоящая наука сама прорвется, а в стране уже много лет в школах не преподают астрономию. Прорвется. А у нас принимают законы, запрещающие производство ГМО. Да? Не прорвется. То есть мы видим, что если не заниматься популяризацией науки в стране, к самым печальным последствиям это приводит
вот, уже фактически привело. Вот, и ну, в заключение, да, все, в заключение просто о том, что, скажем, если мы допускаем науку в наши головы, то это, во-первых, введение людей в заблуждение, во-вторых, это подрыв отношения к науке настоящей, потому что эти вещи, они совсем не безобидны. Любая, практически любая лженаучная литература, помимо пропаганды некоторых теорий, там, более или менее безобидных, она сопровождается фактически всегда нападками на нормальную науку. Откуда же возьмутся новые ученые? Ну и в-третьих, да, и есть примеры, и вот эти примеры нужно позиционировать как раз, о них нужно знать. Когда лженаука наносит обществу материальный ущерб. Такие примеры есть. Вот один из самых одиозных, знаменитый, это Грэви Цапа. Когда в 2008, если не ошибаюсь, году был космодром Плесецк, был запущен спутник юбилейный, на котором был установлен двигатель, который должен был работать в обход закона сохранения импульса. Но в нужный момент оказалось, что закон сохранения импульса все-таки никто не отменял. Вот и позор был на всю страну, ну и некоторые освоенные деньги тю-тю. Ну, собственно, у меня, наверное, все. А, ну, примеры я приводить сейчас не буду, времени осталось. Спасибо. Нет, нет, все, я согласен. Спасибо большое. Мне кажется, очень интересное введение. Наверняка есть вопросы. Спасибо. Давайте попробуем сделать так. Вначале вы попробуйте задать вопросы своим голосом. Если мы поймем, что это не получается, тогда будем пробовать передавать микрофон. Да, пожалуйста. Представьте только. Виталий Борок. Ну вот здесь выступление как раз было очень хорошая вводная. Хорошая манипуляция. Ну, мы все понимаем, что такое лженаука. Это как-то само собой разумеющееся. С другой стороны, если подходить к вопросу лженауки, простым научным методом, как того требует та самая наука, пункт 1. Даем определение науке. Пункт 2. Приводим примеры того, что наука не является, но подает себя за науку. Вот простейший алгоритм. Поэтому вместо вот такого огромного ужасающего отвлечения лженауки, хотелось бы услышать пункт 1 – определение науки, пункт 2 – пример того, что выдает себя за науку, но такого не является. И вопрос закончен. Я так понимаю, что вопрос про то, что такое наука. Ваш вопрос в чем? Что такое наука? Мой вопрос, вот, собственно говоря, это очень хорошо закроет вопрос псевдонауки. Дайте определение науки, и тогда многое закроется автоматом. Мне кажется, тоже некоторая манипуляция, но да. Мы можем это пропустить. Вот то, что вы сейчас предлагаете поиграть в игру «Определим понятие». Да, вы сейчас предлагаете поиграть в такую интересную игру, называется «Давайте определим понятие». И мы будем играть в нее до завтрашнего утра. Вот, то есть я начал с того, что я считаю споры об определениях бесперспективными. И не дающим, вот вы говорите, что тема будет закрыта, ее пытались закрыть в течение, там, как только вообще проблема сама лженауки появилась, в эти игры начали играть. Я еще раз, я подчеркиваю, что с точки зрения практической, интуитивно более понятно, о чем идет, более-менее понятно, о чем идет речь. Я в свое нестрогое определение вначале дал, если вы внимательно слушали. Я сказал, что это некая имитация науки без получения реальных результатов. Вот для мы сейчас то, что вы предлагаете, мы сейчас начнем. Я буду вам давать одно определение за другим, вы будете спорить. Это еще раз, это бесперспективно. Мы говорим об явлении однозначно вредным для общества. И вот бороться с ним важнее, чем играть в определение. То есть для меня, например, понятно, что вот сидит человек ученый, а допустим Александр Глебович Невзоров при всем моем к нему уважении, ученым не является. Для меня понятно, что есть генетики нормальные, которые занимаются генетическими исследованиями. Для меня очевидно, что есть археологи, которые занимаются нормальными раскопками. Я вам могу привести пример. То есть, на мой взгляд, надежнее, красноречивее, чем определение, конкретные примеры. Вот есть, например, памятник, есть такое село Быки, значит, в России. Рядом с ним находится отстойник сахарного завода. На территории этого сахарного завода нормальные археологи ведут раскопки. Они находят
стоянку древнего человека с орудиями эпохи палеолита. Они это исследуют, нормально описывают, публикуют в научных журналах статьи. Вот это нормальная наука. Дальше появляется некто, берет схему и выдает схему очистных сооружений сахарного завода за план города, русского города эпохи палеолита. А вот это лженаука. И вот никому не нужно объяснять, в чем разница между первым и вторым примером. То есть, еще раз, через примеры честнее и надежнее, чем через обтекаемое определение. Галина, добавите что? Ну да, я хочу сказать, что в принципе я согласен, потому что здесь мы очень увязнем. Но если брать в контексте нашей темы, то я могу сказать одно. Ну, во-первых, наука требует, если это такие вот как физика, и все, и по возможности воспроизводимость результатов. Это не зависит. Если это. Я понимаю, что есть такие проблемы, как большой взрыв, да? Скажем. Но есть другие критерии. Вот как Эйнштейн говорил, что наука должна удовлетворять внешнему оправданию и внутреннему совершенству. То есть должна удовлетворять, так сказать, экспериментальной проверке. Причем вот есть такой критерий фальсификационизма Поппера, который говорит о том, что, ну, вы знаете, что значит, каждая теория, она должна указывать хотя бы на мысленный эксперимент, одним из разумных результатов которого может быть опровержение этой теории. Если этого нет, то... Потом, кроме того, вот из бесед со многими, так сказать, учеными, ну, людьми, которые приходили ко мне и претендовали, так сказать, что их неграмотное рассуждение является, имеет научную ценность, всегда один и тот же вопрос я задавал, вполне в духе вот науковедческих определений. Что совершенно, какие факты неожиданные, неизвестные, непрограммируемые могут предсказать ваши теории, которые можно, есть четко ясно, как их проверить. Уже эти так и требования, они позволяют отсеивать, вот провести некую демаркацию. А так я согласен с коллегой, что если мы сейчас начнем по определениям говорить, это можно. Просто если мы пишем монографию, это одно. Можно еще поспорить. Вот лженаука, вот псевдонаука, вот паранаука. Давайте их разграничим. Давайте. Зачем? Зачем? Диссертацию написать можно на эту тему. Практической точки зрения это нам не даст ничего. Виталий, а можно тогда короткий комментарий от вас? Мы перейдем к следующим вопросам. Но уже явно, что нужна отдельная дискуссия на тему, что такое наука. Да. На самом деле с наукой, вот как я периодически сам читаю лекции и рассказываю, потому что борьба чаще проблема возникает от непонимания. Наука очень простая вещь, научный метод простая вещь. Там, где он работает, там получаются научные результаты. Где научный метод не работает, научных результатов не получается. Научный метод штука простая и понятная. Если мы начинаем придумывать, вот это уже наука, да, вот это неконструктивно. Сейчас защищать зачастую приходится науку от популяризаторов, которые, не владея предметом, становятся в позицию обличителей. Вот это уже науки много. У меня вторая часть моего выступления вот про то, о чем вы говорите. Внутри того, что относится к классической науке. Да. Зон, где не работает научный метод, но куда втягивают. Ну, слушайте, я не буду говорить там, если потом будет минута еще, скажу свое мнение по поводу выделения. Но все-таки в начале, даже на популярную аудиторию, вводим определение науки, да, это не так сложно, это займет там 2-3 минуты. И дальше разбирать. Тогда это будет серьезно. А так вот, никаких определений, это просто элементарно не научно. Вести дискуссии о псевдонауке не научными методами, ну это помимо известно. Извините, за скромное мнение. Все-таки попробуем продолжить. У меня вопрос относительно, так сказать, превращения псевдонауки. Вопрос относительно превращения псевдонауки в административную науку. Вот я буквально сегодня раскрываю журнал, серьезный, медицинский. Рядом две статьи. Одна описывает озонотерапию, соседняя статья описывает применение антиоксидантов. Оба способа одинаково эффективны при потрясающе широком
спектре состояний. А в конце телефончик есть? Не записали? Вот не посмотрел. Нет, ну серьезный журнал, новый. Совершенно новый, вот только что вышел. Еще соседняя статья о вреде курения. Авторы доктор наук и доцент. Каких авторов? Медицинских. Там получается так, что если человек выкуривает 20 пачек сигарет, то он получает столько полония, что у него должна развиваться острая лучевая болезнь. Там написаны цифры такие, что человек должен около 100 рентген получать. 20 пачек 100 рентген получать, якобы. Так, да, и что вы предлагаете? Списки литературы, иностранной литературы там больше, чем российской литературы. Вот откуда, то есть имитация науки, она, так сказать, идет вширь, особенно в медицине. Да. Вот, то есть и ваши критерии, так сказать, отсеивания псевдонауки тоже, видимо, не везде работают. В медицине, во всяком случае, уже работают плохо. Можно я вопрос к этому задам? Мне, да, голос слышно, наверное, так. Как вы относитесь к Российской академии естественных наук? Потому что вот большинство таких академиков и специалистов от медицины именно, я с этими очень часто сталкиваюсь, и, к сожалению, сталкивался с тем, что очень много специалистов из РАЭН, профессоров и так далее, это люди, которые откровенно купили себе дипломы, скорее всего, про полоний пишут они. Вот ваше мнение, есть ли там наука? Потому что мое откровенное мнение, но оно только на медицине строится, что, к сожалению, к науке эти люди, ну, они, может быть, и имеют отношение, но если они попали в РАЭН, значит, это что-то странное и куда-то унесенное в бок от науки. А трассионные поля – это тоже, да, тоже. Мне больше нравится Нью-Йоркская академия наук, по-моему, $120 стоит членство. Вот. А еще больше нравится Всемирный конгресс археологов, там $500. То есть это более престижно. Но на самом деле просто таких академий, район он просто наиболее известный, да, это еще называется академики с района. Да. Вот. Но я просто знаю, что в свое время туда действительно здорово туда, так сказать, вляпались, да, и ученые уважаемые. В 90-е, когда были игры такие в демократию науки, потом кто-то из них оттуда выходил, а кто-то просто забыл выйти. Вот. Но просто вы прекрасно понимаете, что в России есть несколько нормальных академий, есть РАН, которые объединили недавно с несколькими другими, есть там Российская академия образования, есть Российская академия сельского хозяйства, которая с РАНом слили, да? И вы можете завтра. Сегодня же не успеете. Завтра учредить свою академию. Там ООО. Вас как зовут? Павел. Фамилия? Тюлькин. Вот. Академия Павла Тюлькина. Там, ну, и стать главным президентом. Набрать туда академиков. То есть Конституция не запрещает. Вот. Поэтому это как раз на тему критериев. То есть вот возвращаясь к разговору об определении, на мой взгляд, важнее определение, просто некий набор диагностических признаков. Так вот, один из диагностических признаков лжеученого, это когда у него на визитке написано академик, а дальше какая-нибудь бредятина. Да? Академик Всемирной академии соли, например. Почему? Просто среди лжеученых, это, знаете, когда-то понтовались там, у кого машина круче, они сейчас дипломами увешивают всю стену, и на каких-нибудь доверчивых граждан это действует. Вот. То есть регалии. Странные регалии – это первый признак. Кстати говоря, Александр Глебович Невзоров, он же тоже академик. Академик там славянский какой-то? Славянская академия, да. Соль. Так, вы хотите добавить? Нет, все, тут с ним все ясно. Здравствуйте, Филин Вадим. Скажите, пожалуйста, а сможете ли вы честно и, так сказать, без розовых очков сказать, если в современной России у науки перспективы вообще? То есть имеется ли смысл бороться за науку в России? Ну, в свете последних событий вы, наверное, понимаете, о чем я. Имеет ли смысл бороться и проще уехать в
страны, где более дружелюбно относятся к этому. Мы все умрем. Вы оптимист. Сегодня еще не успеем. У меня точка зрения, что, понимаете, во-первых, наука очень многообразна. Так вот, за всю науку сказать, есть смысл, нет, надо смотреть по наукам, по направлениям и так далее. Некоторые умерли окончательно в гуманитарных науках. Вот, даже если мы в гуманитарной науке, я в последнее время, поскольку как историк, вот, я с историком, с философом так вот, знаю ситуацию, то, с одной стороны, есть очень много талантливых людей молодых, которые самостоятельно так сказать, работают, очень интересные пишут работы, а с другой стороны, некоторые в направлении уже, так сказать, просто умерли, и все, и нет воспроизведения. Но здесь вот в чем. В целом, все-таки, я думаю, в целом, к сожалению, точка невозврата пройдена. В России устроено так, что какого-то глубокого стратегического мышления обычно нет. И поэтому развивается следующее, значит, по следующей схеме, что пока все не обрушится, и дальше. Дальше понятно. Вот, а когда все рушится, тогда другая логика идет. Думай, что хочешь, но бонибус сделай. Вот, и начинается, да, понимаете, я вот вчера присутствовал на очень интересном докладе человека из технологического института, они занимаются там вот лекарствами новыми и так далее, это сотрудничество биологов и химиков. У них два иностранца работают с очень высокими, так сказать, рейтингами, индексами цитирования, все великолепно, они принесли действительно много идей и так далее. Слушаешь, просто радуешься, я узнал массу интересной информации, тем более я не биолог. Но, с другой стороны, прекрасно понимаешь, что это догоняющее развитие. А как я уже сказал в своем выступлении, догнать нельзя. Вот можно плестись в этой тематике. Да, для себя это будет хорошо, это лучше, чем ничего, бесспорно. Вот, но ценится оригинальная идея. А для этого нужно совершенно другое. Вы знаете, вот как поступили, я всегда удивляюсь, что американцы молодая нация, что они такое едят, или, как сейчас говорят, кушают, что они такое едят, что они такие умные. Вот пример, примерно это история 1919-20 год. Фирма General Electric пригласила несколько человек, ну, в частности, двоих молодых исследователей, вы немножко себя зарекомендовавшие. И они им сказали, значит, занимайтесь чем хотите. Мы будем платить хорошую, достойную зарплату, все, вот вам в лаборатории, нужны приборы, достанем, все, работайте. Одного фамилия, ну кто химик, физик знает, Ленгмюр, он стал вскоре лауреатом Нобелевской премии. Второй фамилии, значит, Льюис, который не получил Нобелевскую премию, просто потому что у него сердце плохое, он вскоре умер, так сказать, рано умер, ладно, 57 лет было. Вот. Но очень много оставил после себя, там есть кислота Льюиса, такие понятия, фундаментальные, да, такие. Вот, понимаете, государство никак не может, это была честная фирма. Так и то, надо сказать, это нетипично, потому что обычно тот, кто платит, он считает, что он и должен командовать всем остальным. Вот сочетание свободы и денег, это до государства не доходит в принципе. До частных фирм, ну, может, одна из тысяч. Вот, поэтому это могло бы быть, если бы вот, какие-то изменения, но менталитет не тот, поэтому у меня вообще такая пессимистичная. Но с другой стороны, Россия очень интересная страна. Мне всегда говорят, вот, что ты живешь в России, если ты так критикуешь все от Ломоносова до. Вот, ну, у меня интересно, вот примерно так же, как Михаилу Маклаю было интересно. Он там того не видел, что в Петербурге. Дополнить-то ничего. Вот там вопрос. Давайте пробуем. У меня, наверное, немножечко нелепый вопрос, но все-таки. Вот у нас сейчас очень действительно активно идет вот та самая лженаука и так далее, начиная от Малахова с уринной терапии и заканчивая отсылкой к цинам, которые реально рекомендуют врачи, хотя это гомеопатия. Лженаука сейчас находится в состоянии пассивной обороны от обычной науки, или она активно борется и вводит комитет по борьбе с наукой и так далее? В каком состоянии просто сейчас? Как мы тут волнуемся, да?
Наука на свои задачи решает. Ребята занимаются бизнесом просто, например. То есть они не ставят себе задачи, ну, есть определенные примеры, типа господина Клёсова, например. Вот. Но я знаю просто, что, ну, во-первых, надо сказать, что лженаука не является неким цельным явлением, монолитным. То есть там куча направлений. Можно, кстати, мои слайдики вернуть? Я, например, вот сейчас попытался сделать некую такую первую черновую классификацию лжеученых. И, да, если вы мне откроете мои слайдики чуть-чуть. Ага, включите, пожалуйста. Угу. Так, это все сначала. Тогда мы Евы. Вот сейчас мы быстро пробежимся. Просто смысл в том, что лженаукой называют, это вот опять же на тему определения поиска. Проблема в том, что лженаука – это слово, которое обозначает целый большой широкий класс явлений. Так, это я просто хотел сказать, там классные вещи всякие. О! То есть понятно, что вот я попытался выделить некоторые основные категории лжеученых, у меня получилось, что это и психи, и те, кого я назвал самонедоучка, и некоторые творцы, то есть человек, например, он был артистом там, или журналистом, и вот ему тесно уже в профессии. Это некоторые такие, то, что называется, вопрекисты или поперечник, вот борцы такие, и мошенники настоящие, и ученые, которые просто незаметно для себя деградировали. Вот понятно, что эти люди, они разные и решают разные задачи. Я знаю и активных действительно борцов с настоящей наукой, и я знаю тех деятелей, вот, которые здесь называются мошенники, карьеристы, которые очень стараются легализоваться. То есть для них теперь очень важно вписаться там правдами или неправдами на какую-то нормальную научную конференцию, чтобы потом везде этим тыкать в нос. А я вот выступал в РАН. А я вот сидел на одной трибуне там с академиком. То есть, как наш научный редактор Станислав Дробышевский говорил, что, к счастью, у них... аккумулятор садится, поэтому щелкает. У них единства нет. Это некая хаотическая такая система, вот, и, может быть, это хорошо. Но, к сожалению, я не вижу единства и в научном сообществе. То есть научное сообщество у нас тоже, к сожалению, очень сильно разобщено, и это плохо. Добавить? Да, ну, я добавлю. Микрофон, по-моему, начинает умирать. Да, умирает, да? Попробуем просто. Ну, не важно. Я могу просто, знаете, посоветовать. Вот попробуйте написать, скажем, Государственную Думу такую бумагу, предложение, что, значит, ну, вы знаете, господа, в каком состоянии наша печальная наука, иначе бы ФАНО не организовывали и все такое, и реформы не проводили. У меня есть такая, вот есть еще нетрадиционная наука, которая, она обижают ее, так сказать, некоторые консерваторы, недоумки из РАН и других нормальных академий. Давайте объединим их, давайте эти усилия. Я уверяю, что найдется в Госдуме всегда, так сказать, несколько сметливых депутатов, которые поймут, что под это можно получить финансирование. Идея пройдет, и тогда вы получите совершенно позитивный ответ на ваш вопрос. Вот есть, да, объединение. Что делать? Понимаете, можно сейчас вот здесь сидя, и, как говорит мой друг Александр Левович Невзоров, ни за что не отвечаю, предлагать разные варианты. Но, к сожалению, здесь мы можем говорить не что делать, знаете, а кому мы обращаемся. Мы это самое слезное послание, так сказать, президенту, Господу Богу, кому это, так сказать. Можно говорить о том, что возможны какие-то вероятные сценарии, да, здесь есть. Опять-таки, если у нас все-таки в той или иной степени, значит, начнет наука развиваться в несколько других принципах, понимаете, не столь забюрократизованно и более, так сказать, свободно, если мы перестанем гнаться за индексами, там, вообще наукометрическими показателями, потому что это придумали, понимаете, в чем дело? Это такая же модель, как многие модели, которые пользуются физики, химики и так далее. Но грамотный физик, когда он использует какую-то модель, он понимает, вот она работает от и до. Значит, здесь для таких-то задач вот это приближение годится, а для других не годится.
А здесь, так сказать, вот этого никакого понимания нет. И поэтому, ну вот, со всеми печальными последствиями. Потому что на самом деле это толкает даже весьма добросовестных специалистов, не люблю слово ученых, вот, весьма таких добросовестных специалистов толкает их на определенную халтуру или какие-то такие, ну, не то что да, плохие действия, но просто, ну, как в одну статью разобьет на две части там и так далее, ну, начнет манипулировать. Вот, знаете, государство всегда обманет ученого. Всегда. Где-то не доплатит, где-то пообещает, не сделает, это все. Но ученый всегда обманет государство. С таким же успехом. Я вот в перерыве как раз рассказывал про Дмитрия Ивановича Менделеева, как он финансирование получил под поиск мирового эфира. Вот, как говорится, учитесь. Значит, поэтому это всегда так. Просто у псевдоученых это получается лучше. Понимаете ли, они с самой природой поставлены в такие условия, когда им приходится, так сказать, это делать. И они очень хорошие, многие из них, совершенно, так сказать, иногда люди необразованные, не понимающие там ни научного метода, ничего, вообще что такое научное предприятие, но они великолепные психологи, великолепные по-своему менеджеры. Они знают, что с государством можно говорить только на три темы. И государству можно петь романсы только на трехструнной гитаре. Одна струна – это выгода, в любом смысле слова, экономическая, там денег, какая угодно, приобретение ресурсов, ну, там, кое-какой землицы, скажем, в Сирии. Вот. Вторая вопрос – это безопасность, в любом смысле слова, экономическая, там, военная и прочее. И третья – это престиж. Третий наиболее тонкий момент, потому что где-то очень важно престиж, где-то уже плевать не до престижа. Так сказать, броня крепкая, танки наши быстрые, можно уже, это будет лучше престиж. Бывает по-разному, но тем не менее престиж играет роль свою. Петр, когда основывал Академию, он открыто писал, чтобы нас не почитали за варваров, для чего ему это было нужно. Вот, поэтому все зависит, на самом деле, что бы мы здесь ни предлагали, все зависит от того, что будет с наукой и вузовской, и академической, и так далее. Вот. Но то, что самим надо перебирать лапками, да, это верно. Но что я могу молодым людям, которые учатся, сказать? Учитесь, читайте. Хороший студент – это студент с потребительской психологией, который приходит в вуз и говорит: вы нам обязаны, дайте мне то, это раз, пожалуйста. А когда у нас получается, а у нас, понимаете, вот первый признак, который еще не псевдонаука, но уже расчистка для нее. Вот я по университету знаю очень много случаев, к сожалению, в последнее время. Читал какой-то несколько лет курс «Прекрасный блестящий специалист». Но он на этом факультете был совместителем. Надо сокращать, экономить, там, его убирают, ставят, приходит там мальчик, девочка и так далее, она вычитает по Википедии. Она старается ли он там и так далее, все. Но понимаете, уже читает не профессионал. И вот соотношение к профессионалу, вот когда профессионализм становится чем-то обременительным, ненужным, и, которым необязательным таким, да, вот здесь все и начинается с этого. Тогда почему бы не послушать кого-то другого, кто предлагает легкие решения всегда. И, так сказать, золотые горы. Поэтому, да, пропаганда нужна, вот такие встречи нужно, просветительская деятельность, да. Но это все, учтите, это все такие, знаете, микродозы, но это может подействовать все, но все зависит от других совсем вещей. Я как стараюсь, так это мы опять все пропустим. Можно, конечно, полюбоваться на печеньки пещерного человека, но это не сегодня. А, подождите, одну цитату, ну просто чтобы развлечь вас. После поражения Наполеона изголодавшиеся по жиру русские солдаты, бродившие по улицам Лондона, пили китовое масло из уличных фонарей, вместо того, чтобы нажраться водки или вина.
Это так. Это из книги про палеодиету. Почему нужно есть много жира? Почему можно есть много? Конечно. Так вот, мы значит, говорим про борьбу. Мы говорим про борьбу с лженаукой. Я попытался перечислить способы, наверное, не все. Но еще раз, мне кажется, что бороться нужно, мы, кажется, обсудили уже. Да. Вопрос в том, как. И можно, опять же, разделять на две вещи. Что мы можем требовать от государства, и что мы можем сделать сами. Вот с упором на второй пункт, наверное. Понятно, что бороться можно, если глобально, через принятие неких законов, если на государственном уровне. Примеры исторические есть. Например, опять же, меня могут уличить в рассказе каких-то анекдотов, но вроде бы в Румынии принимали закон, обязующий колдуна-прорицателя платить штраф, если его прорицание не сбылось. У нас уже, по-моему, больше 10 лет назад в стране как-то пытались пригнуть всяких знахарей и целителей, требуя от них лицензирования наравне с медицинскими работниками. Но они быстро стали консультантами, наверное. Можно через суд пытаться решать эти вопросы, как-то драться с лжеучеными. Опять же, у нас есть примеры, самые одиозные, история с Петриком. Петрик против комиссии по лженауке. Наверное, наиболее доступные в нашей стране, наиболее эффективные, это все-таки пиар-средства. То есть борьба с лженаукой средствами пиара. Это, во-первых, антиреклама лжеученых и их деятельности, чем, например, мы пытаемся так или иначе заниматься. И, во-вторых, это популяризация настоящей науки, опять же, чем мы пытаемся в меру своих скромных сил заниматься. На тему того, что каждый из здесь присутствующих может сделать, я каждый раз в конце наших мероприятий говорю, придя домой, напишите про то, зайдите в вашу страничку ВКонтакте, в Фейсбуке, где-нибудь еще, в бложик ваш. Можно не разуваясь, там, не поужинав, сначала зайдите, напишите про то, что вы видели. Если вам даже не понравилось, напишите, что вам не понравилось. Потому что посмотрите, сколько здесь человек. Понятно, что даже в рамках города это капля в море. Когда вы кто-то про это пишете, вы увеличиваете охват. То есть больше человек узнает о том, что происходят вот такие мероприятия. Это маленький, но ваш пассивный вклад. Как вы думаете, сколько человек из здесь присутствующих это сделает? Не будем голосовать, посмотрим. Обычно это не более 1%. Но я уверен, что здесь сознательная публика. Я еще напомню в конце. Если говорить, допустим, про более существенный вклад, это, опять же, это популяризация науки, а для этого нужно делать конкурентам способный продукт. То есть то, с чего я начал, что вот между человечеством и наукой есть некая брешь, которую нужно заполнять, желательно заполнять ее популярной, хорошей популярной наукой, а не лженаукой, не псевдонаукой. И, кстати, тут вот прозвучало про то, что надо защищать науку от плохих популяризаторов. Так вот, конкурентоспособный научно-популярный продукт, вот я постарался выделить три простых таких требования. Он должен быть простым и понятным, интересным, увлекательным и научно-достоверным. Банальные вещи. Понятно, что если убрать последний пункт, вот лженаука удовлетворяет часто. У лжеученых, у них кроме пиара часто вообще ничего нет. Они только пиаром занимаются. Но по поводу вот этих пунктов, тут возникают в реальности такие серьезные проблемы. Значит, что касается понятности, это то, с чего я начал. Так вот, для того, чтобы науку сделать понятной, существуют различные приемы, но общий смысл в том, чтобы сложные, многомерные, чуждые простым людям какие-то модели низводим до коротких, простых, визуальных, часто символов. Вот классика. Это классика. Понятно, что в реальности вот так они не ходили друг за дружкой. Но тем не менее, это то, что вошло в головы гражданам даже в нашей стране. И на вопрос, что такое теория эволюции, опять же, выйдите и спросите, вам скажут, обезьяна стала человеком. Но это не совсем то, но по крайней мере не наоборот. То есть хоть какой-то простейший символ у людей в голове остался. Понятно, что это некая описательная модель, то есть из этой схемы мало что можно извлечь. И это порождает еще различные заблуждения и вопросы, а почему мартышка в зоопарке не превращается. Но что поделать, это неизбежно. То есть пусть лучше у них будут какие-то простые символы, чем вообще ничего, или там некий хаос. Еще второй
пункт, называется «Критерий Викентьева», на самом деле одним из первых подобный прием стал использовать Чарли Чаплин. Я, кстати говоря, позавчера наблюдал подобную вещь и порадовался. Вот здесь в соседнем доме проходила презентация моей книжки в буквоеде, и значит, в зале сидел подросток, и он ржал все время. И вот я понял, что раз он ржет, значит, он что-то запомнит из того, что я рассказывал, и, может быть, будет пересказывать. Это вот, опять же, увеличение охвата. То есть Чарли Чаплин делал что? Он на премьеру своего фильма закрытый, он приглашал подростков, и дальше следил за их реакцией. Смотрел, смеются, в каких местах смеются. Значит, если они смеются, значит, хорошо. Так вот, если мы берем нормальный научно-популярный текст, то его должен быть в состоянии пересказать подросток. Он должен быть в состоянии его пересказать, и еще желательно, чтобы ему хотелось это сделать. Если мы с этой целью различные используются приемы, в частности, изгонять из текста сложные словечки. У нас был один генетик, есть такой педант, он сказал, что в определенном контексте нельзя писать гены, надо писать однонуклеотидные полиморфизмы. И это будет корректно. Но я понимаю, что человек на этом месте все, закрывает браузер и дальше не читает. То есть вот нужно, переступив через свою гордыню, свой научный такой какой-то снобизм, вот изгонять это, И обязательно должна быть некая визуальность, нужно, чтобы это было вообразимо. Вот я только что читал книгу Спенсера Уэллса «Генетическая одиссея человека», в этом рассказывают про митохондриальную ДНК и как на ее основании реконструируют человеческую историю. Но митохондриальная ДНК это представить сложно. И он проводит аналогию с рецептами супа. То есть вот представьте себе, что собрались на какой-то кулинарный симпозиум повара со всего мира, они предлагают рецепты супа, и все эти рецепты разные, но в них во всех есть ингредиент – мясо некой антилопы, которая живет только в Африке. И мы можем предположить, что значит, эти супы происходят от общего предка, который африканский. Ну, вот как бы вот на этой простой метафоре, наверное, уже любому, даже самому тупому читателю вот, становится понятно, о чем идет речь. И это хорошо. Значит, во-вторых, по поводу интересности и увлекательности, вот я постарался сформулировать, что вот, на самом деле один из таких классических принципов, который работает в рекламе и который прекрасно работает при популяризации науки, исходить из того, что читателям плевать на все, что лично их не касается. То есть читатель должен видеть себя и свои проблемы в этом тексте. То есть когда мы пишем, что в Африке описали новую рептилию, боже мой, господи. В Африке описали огромного рогатого крокодила-людоеда. Это другое дело уже. А почему, вы спросите, какое отношение это имеет к моим проблемам? Но я могу представить, как этот крокодил съел там, соседа моего. Или кого-нибудь, опять же, в Госдуме проглотил. И уже это заиграло совсем по-другому. И ну, важно, при этом, конечно, врать нельзя. То есть вот в чем, опять же, чем сложнее популяризаторам, чем лжеученым, потому что лжеученый, он ничем не ограничен, кроме своей фантазии. А ученому нужно оставаться в рамках фактов. Ну, да, нам сложнее, зато наше дело правое. Ну и при этом важная оговорка. Часто любят играть вот в такую игру, как частный случай. То есть, опять же, такой примитивный подход заключается в том, как там привлечь внимание людей. Используют какие-то очень сильные человеческие мотивы. Например, секс. Но опыт показывает, что когда человеку предлагают секс или наука, то «и», на самом деле «или», он выбирает секс. То есть это очень сильные образы, с которыми нужно быть очень осторожным, потому что человек запомнит вот эту девушку, а не те фотографии, которые она держит в руках. А третий пункт, он самый, наверное, больной, самый острый, научно достоверный. Потому что, еще раз повторяю, если этот пункт не удовлетворен, то все остальное бесполезно. И, к сожалению, действительно, даже представители, которых называют там, ведущими популяризаторами в мире, они порой грешны и часто машут рукой на всякую ерунду, например. Ну какая разница? 10 тысяч лет назад или 10 тысяч лет до нашей эры? Какая разница? Какая разница? Вот так написать или вот так? Homo sapiens. Или Homo sapiens, только два слова написали с большой буквы. Ну, первый вариант правильный, второй неправильный. Ну, господи, какая ерунда. Какая разница, гоминид, гоминоид или гуманоид? Кто их разберет вообще? Вот, и возникает вопрос, а нужно ли
Нужно ли популяризатору быть таким педантом? Вот я считаю, что нужно. Я считаю, что нужно, потому что, во-первых, он рискует своей репутацией. Его читают и специалисты тоже. И человек быстро получает ярлык «еще один трепач». Вот это закрывает данному автору путь вообще в нужное сообщество. Это для него часто конец карьеры, фактически. Вот, хотя он дальше может там, в своем блоге писать до бесконечности, какие ученые нехорошие бюрократы, и черствые, слепые к свежим идеям. Значит, и, во-вторых, часто получается так, что популяризатор, вроде бы, тот, кто должен развеивать, разрушать мифы и нести свет знаний, способствует распространению мифов. Вот, например, опять же, Карл Циммер, один из ведущих научных журналистов в мире. Вот я читаю его книгу «Триумф идей», «Эволюция триумф идей», и читаю, не буду все зачитывать, в конце 90-х группа генетиков провела сравнительный анализ человеческих Y-хромосом. Эти исследования показывают, что человеку современного типа всего 50 тысяч лет. Ну, сейчас можно тут некоторую лекцию прочитать, но вообще это не совсем так. Причем-то по нескольким пунктам не совсем так. Вот. И, к сожалению, уважаемый Карл Циммер, у которого, я уверен, лучшие консультанты в мире, вот такие вещи пускает себе в текст. А значит, поэтому, значит, чтобы этого избежать, существует там несколько важных правил. То есть, во-первых, работать только с первоисточниками, во-вторых, проверять все факты, и, в-третьих, работать в контакте с экспертами. Иначе, еще раз, я сейчас не буду, да, у меня же времени мало совсем. Да, я не буду долго распространяться, просто приведу пару примеров, опять же, из кинематографа и из литературы. Пример номер один и пример номер два. Опять же, возвращаясь к тем фильмам, с которых я начал, значит, в одном из этих фильмов мы видим погребальный ритуал. Ведь мы знаем, что неандертальцы хоронили своих покойников и могилу осыпали цветами. Да? И вот очень важный момент, когда происходит подмена фактов на гипотезы и гипотезов на факты. Когда речь идет о некотором предположении, выдвинутом автором на основании некоторой из косвенной информации. То есть, когда в пещере Шанидар в Ираке в одной из могил была найдена определенная цветочная пыльца, один из авторов этого исследования, в том числе такая романтическая его натура, интерпретировала это как возложение цветов на могилу покойного старичка. И это попало в литературу, это попало в кино. И сейчас мы знаем, что такие были замечательные, такие трогательные, значит, похороны у неандертальцев. Вот, на самом деле, уже с самого момента этого открытия велись споры на этот счет, потому что пыльца могла попасть в могилу вообще разными путями. Вот только что была очередная статья, где в Ираке вообще сейчас не очень удобно копать. Да? Вот, как-то так. Вот там вас закопают при некоторых обстоятельствах. Тем не менее, там сейчас провели исследование, и оказалось, что цветочная пыльца продолжает там скапливаться и сейчас, хотя там никого не хоронят. Но зато там пчелы. И вот одна из версий, что цветочную пыльцу эту могли притащить в пещеру пчел. Это не безукоризненное объяснение. То есть, естественно, есть доводы в пользу того, что это все-таки сделал человек. Но еще очень важно, это некая хлипкая, весьма спорная гипотеза, которая в литературе обретает каменные основания и превращается в некий миф. И вторая история — это с неандертальцем, играющим на флейте. Значит, эта флейта — это находка из одной из восточноевропейских неандертальских пещер, Дивье-Бабье. Естественно, что это еще и элемент туризма, то есть теперь туда ездят туристы, им всем ее показывают. Правда, быстро возникло предположение, что это вообще погрыз гиены. То есть гиена удачно прокусила кости. Это две дырки, очень похожие на дырки от зубов гиены. Но неандерталец-флейтист, опять же, у нас теперь в кинематографе, в литературе, и можно услышать, да вы что, вот неандертальцы, да, у них была музыка, у них были музыкальные инструменты. Так вот, еще раз, очень важно, научно-популярно, в художественной литературе, наверное, это делать можно, и в кинематографе можно, хотя, опять же, некая ответственность автора, что он распространяет мифы, я ее все равно со счетов сбрасывать не буду. Вот, но в популярной литературе, наверное, надо, во-первых, доходить до первоисточника, потому что когда автор начинает пересказывать то, что он прочитал в другой популярной книжке или в Википедии, то его надо гнать, не буду говорить, какими тряпками, из профессии.
Вот, а нужно доходить до первоисточников. В данном случае вот первоисточники нам рисуют некую сложную картину. И, кстати, это интереснее прочитать будет. Потому что, ну разве они интересно сейчас рассказали? Наверное, интересно тоже. Хотя это истина, она сложнее. Так, ну и чего я еще не успел вам рассказать? Да. Вот, ну и последний момент, что часто мне говорят, можно скажу? Часто мне говорят, что вот вы говорите вот развеивать мрак, а если у человека мышление не поставлено, если у него нет в голове определения науки, зачем это все? Мы ему расскажем чего-то, а у него картина вообще не сложится, вот у него клиповое мышление такое. Но мы ему один клип посунули, а у него другие там, что знать какие. Вот, но когда мы говорим про развеивание, рассеивание мрака, про там, свет просвещения, это логическая составляющая, но еще очень важна эмоциональная составляющая. То есть, чтобы человек перешел на нашу сторону, нужно, чтобы он захотел. И вот если у него не будет вот этой мотивации, не будет всего остального. Поэтому вот, с точки зрения эмоций, очень важно, чтобы человек захотел. То есть вот мы, по крайней мере, может быть, понятно, что если человек, чем читатель, там, зритель старше, тем ему сложнее меняться, сложнее учиться. Но, по крайней мере, это наш союзник, и он это транслирует дальше. И вот это, как минимум, та задача, которую тоже мы решаем путем популяризации. Поэтому хорошо, что подросток ржал в зале, он потом пойдет своим сверстникам расскажет. Мужик прикольно рассказывал, да? И это хорошо, это благо. Вот, все. Спасибо большое. Друзья, у кого накопились вопросы? Вот тут еще был, здесь был еще вопрос до перерыва, давайте с вас. А у нас же призы за вопросы, а мы забыли про них. Нет, я помню. Вопросы еще не все задали. Я базар фильтрую. А плакаты? Вы прямо сейчас хотите разговаривать? Нет, все равно. Вы, значит, запоминаете. Здравствуйте, первое большое спасибо. Хотел бы задать два вопроса, если можно. Вы говорили очень много всего правильно, и пока вы говорили, я придумал вопрос, вы мне отвечали, что здорово. Но хотелось бы пару вещей дополнить, уточнить. Мы читаем ваши мысли. Да, вот я вот помню, что с рассылкой я посижу, прям послушиваюсь. Вот вы прям как все сказали по поводу детей. Так начал, ладно. И про репрессивные меры борьбы с лженаукой. Вот, к сожалению, как вы говорили, полки завалены лженаучными книгами, телевизор постоянно в интернете бесплатно, повсюду лженаука, всякие там исторические теории, все такое, наука там в скромном уголке бьется, потому что, эффект Данинга Крюгера, дураки уверенные, несут всякую чушь, а ученый скромный, тихо молчит, там источники, статейку пишет, ругаться не будет, там, работы куча. В итоге дураков много, так они еще орут, в итоге слышат только дураков. И на самом деле, возвращаясь к теме про урок астрономии, самое страшное, что в школе нет какого-то урока там, астрономии или еще что-то там генетики, а то, что в школах нет уроков критического мышления, там, свободомыслия, потому что это самое важное. Потому что репрессивными методами все это фильтровать никогда не получится. И единственный способ научить человека понимать, что научно, что не научно, это учить его правильно мыслить. И вот как вам кажется, это вообще возможно, самое важное — это работать с детьми, потому что взрослый человек привлечь это очень трудно, это куча работы, как что получится. А с детьми проще, потому что, я думаю, тут большинство людей в зале, с детства более-менее обладают научным мышлением, со школьного возраста, например, там, интересовались чем-то, там, сомневались. И тут, свои проблемы то, что в школах ничего даже близко подобного нет, потому что в школьном обучении по заучено не фактор, там, алгоритмов и все. В университете тоже не намного лучше ситуация в большинстве. И что делать с этим, и как это критическое мышление детям, возможно, что в России. А второй вопрос, он более такой, отчасти провокационный, наверное. Но вот смотрите, лженаучные книжки дешевые, очень дешевые, там дешевле, чем на 100 рублей, например. В интернете бесплатно валяются, там YouTube есть завален, а научные книги стоят, научные тем более, на самом деле, научно-популярные тоже довольно дорого стоят, издают мало, тиражи маленькие, династию закрыли, все такое. И тут стоит такой неудобный вопрос, вот. Рутрекер закрывают, на другие бытики наезжают, третьи могут закрыть именно. И вот смотрите, большинство людей все-таки очень много читают научно-популярные книги, в том числе и пиратским способом все-таки. И я не сейчас говорю, потому что я там за год, наверное, на пару тысяч книг покупаю, но если даже не больше, там за полгода, штук 8 напишу уже. И вот как вы относитесь к тому, что ваши книги воруют, или вы готовы ли вы бесплатно их выкладывать, потому что что-то важнее, деньги или знания? Спасибо большое. Я так понял, что первый вопрос был про то, можно ли учить критическому мышлению в школе, а второй, как вы относитесь к тому, что книги читают пиратки и готовы ли вы? Спасибо.
Спасибо. Можно скажу? Я про второй скажу, а вы скажете про детей. Давайте. Или как хотите. Значит, по поводу пиратов и так далее. Значит, зайдите. У нас портал anthropogenesis.ru. Там несколько тысяч материалов, они все бесплатные. Пожалуйста, читайте на здоровье. Значит, что касается издания, то существует вообще издательский бизнес. Я знаю ряд издательств в России, которые вообще в течение года закрылись. Вообще, издательский бизнес существует на грани рентабельности. Я знаю, что вопрос там пиратства и прочего, это очень скользкий, специфический вопрос. Я видел различные там споры жаркие в интернете. Я хочу сказать, что 250 рублей за книгу – это немного. Если вы хотите развиваться, то эта тема вообще не обсуждаема. Вот пожертвовать 250 рублей на книгу. Да, от тиража вот этой книги мне ничего нет в деньгах. Я получил только книжками определенное фиксированное количество экземпляров. Вот, плюс гонорар мой составляет, я не буду говорить вам цифру, но он от продаж не зависит. Но я понимаю, что есть издательство. И вероятно, что оно будет продолжать. Почему без фонда «Династия» у нас так плохи дела? Потому что народ качает книжки с трекера и не покупает их в магазине книжных. Понимаете? Вот есть такая проблема, обходить ее, к сожалению. Я понимаю, что разговор про то, что мы все будем жить при коммунизме, и информация должна быть доступна. Я вот в одном из споров сказал, давайте вот это слово «информация» заменим на слово «еда». Но вы тогда ходите в магазин, как бы вы платите там за продукты. Вот. И вы должны понимать, что издательский бизнес, он, в общем, не благотворительный, к сожалению. Да, пока мы живем не при коммунизме, вот, надо уважать права автора, в том числе, например, автор имеет право жить на продукты своего интеллектуального труда. А мы ему благодарны за то, что он вообще это для нас делает. Это благодарность в том числе и в виде того, что мы покупаем его книги. Это малая часть того, что мы можем сделать. Да? Я не получаю в данном случае, но получает издательство. И я знаю, что издательство, когда оно будет планировать издание следующей книги, будет анализировать, успешна ли эта книга или нет. И от этого зависит договор с автором, например. Вот. А еще издательство могут быть убытки, оно как бы и ура, свобода, да? Ура. Вот мое скромное мнение. Что касается вот книги, мои книжки сейчас вот так они выставляются в интернет, меня никто не спрашивает. Ну, видите, в России это идет не по графе воровство, а по графе просветительской деятельности, как и плагиат с иностранного. Вот. А теперь, что касается школы, я 20 лет был связан, вот АПО у нас есть, ну, бывший институт совершенствования учителей, вот так пригляделся я к учителям, не дай бог, если они вот этим займутся. Ну, за исключением, может быть, 10%, которые действительно так стоят. Вот. А вообще я хотел, ну, студентам, да и не только студентам, но всегда порекомендовать. Знаете, можно бесконечно жаловаться, то учитель плохой, то там в университете, в институте плохо преподают. Отчасти это так, отчасти это не совсем так. Я всегда говорю, знаете, учите иностранный язык, может быть, даже не один. Читайте иностранную литературу. Тут, там, знаете, есть одна очень хорошая вещь. Когда больше читаете, у вас появляется уже интуитивное чувство, вот это хорошо, это плохо. И потом еще, когда выходит научная книга за рубежом, или даже близкая к популярному жанру, такой научно-популярный, но высокая научная популяризация, у них появляются рецензии, очень быстро появляются рецензии, чуть не в тот же год или там на следующий год, появляются в нескольких журналах, и это они совершенно можно бесплатно в открытом доступе это по многим журналам посмотреть. А рецензии пишутся очень профессионально, у них очень хорошо это поставлено. То есть рецензия будет два столбца всего, но там четко будет сказано. Вот ошибочно все и так далее. И 2-3 рецензии прочитаете, вы уже имеете представление о том, стоит, о чем там и так далее эта книга. Это вы получаете хороший способ такого самообразования. Вот. И это самый, мне кажется, оптимальный вариант. А вот как достать зарубежную книгу? Вы знаете, очень просто. Вот я еще в советское время это делал, когда не было ничего. Я просто писал автор. Да. Я вам присылал. Из 100
человек, вот, ну, за большой срок, да, может быть, не откликнулось, но человека 2-3. Остальные не только присылали то, что я просил. Они говорят, вам еще будет и это интересно. Понимаете? Потому что для них это очень важно. Все. И поэтому на самом деле учить иностранные языки. И все будет хорошо. Так, наверное, дальше. Так, а вот у нас много вопросов. Книжки хотят. А вы почти одновременно подняли руку, поэтому в некотором замешательстве. Давайте короткий. Давайте по часовой стрелке и все. Вот оттуда? Конечно. Давайте вот отсюда, да. У меня такой вопрос, Юка. В начале нашей лекции, в начале вашего рассказа, было сказано, что наука начинает, точнее, лженаука начинает цвести тогда, когда начинает хворать наука. Ни для кого не секрет, что наука в нашей стране хворает на самом высоком, что ни на есть уровне, на государственном. Так можно ли сказать, что государство поощряет развитие лженауки, вот этого цветения? В качестве примера я могу привести, я сам как ученый, я могу привести такой примерчик. Для того, чтобы купить банку серной кислоты 10 лет назад, вам нужно было сходить в магазин и взять с собой 100 рублей. Для того, чтобы купить банку кислоты в 2015 году, вы должны написать 10 заявочек, отправить их в 5 департаментов, дождаться недельку, пока 5 департаментов подпишут эти заявочки, подождать 2 недели, пока вам придет эта единственная баночка, и за все этот момент времени вы можете пойти в магазин, купить кристаллической серы и сделать кислоту дома на кухне. Могли бы вопрос повторить? Вопрос. Государство сознательно поощряет лженауку? Это какая-то, может быть, тенденция, политика такая? Это просто безопасность. Меня не докладывают. Мне как бы мне из приемной президента не доложили. Я, честно говоря, в какие-то заговоры не верю. У меня, честно говоря, опять же, наука – это весьма широкое понятие. Насколько я понимаю, просто волнуют другие вещи. И, опять же, если мы говорим про страну условно-демократическую, хотя бы условно, она условно-демократическая, это подразумевает, что хотя бы в какой-то степени, иногда происходят выборы, иногда люди на эти выборы ходят, и все-таки результат этих выборов, он не целиком предсказуем. То есть там есть некоторые, как это называется, стохастический момент. Вот, то власть, государство волнует те темы, которые повлияют на итоги выборов. Так вот, если народ, наше общество, наука не волнует, то дальше и занимайтесь чем хотите. Вот, плевать совершенно там, слюной. Мне кажется, что так. Поэтому, еще раз, пиар-средствами вот, в наших силах, как это делается на Западе, когда там же тоже есть вопрос, там вопрос финансирования, то есть на что выделятся деньги, на очередную там частицу в коллайдере или на там, очередные, на еще на 1000 геномов там, прочтенных. Вот кто красивее спляшет вообще, кто красивее преподнесет эту тему. Вот туда денежки и пошли. И то же самое у нас, то есть еще раз, популяризация науки – это как раз один из таких, мне кажется, реальных путей сдвигать эту машину куда-то. Я считаю, что говорить о том, что государство сознательно ведет научную политику, это очень сильно льстить умственным способностям государственного аппарата. Я к этому не готов. У меня есть просьба все-таки покороче формулируются вопросы, чтобы это ну, был 30 вопрос. Секунд. Если это просто комментарий, то, ну, наверное, тоже можно, но чтобы не звучало как вопрос. Да. Мне казалось, вот там где-то были вопросы. Длиннее 30 секунд. Так, меня зовут Андрей. У меня вопрос по поводу вообще как-то определения того, вот мы видим ситуацию, является ли это вещь научная или ненаучная, потому что вы тут называли довольно очевидные вещи, вроде там пещеры в форме конденсационного коллектора, но при этом у нас возникают и довольно сложные вещи, например, тот же самый EM-драйв, который вроде как по многим признакам уже наука, что там новый двигатель без рабочего тела и там просто по пунктам просто нарушается несколько законов, там тот же пункт, что
у нас имеется готовый девайс, а не сферические. Это Львова вот эти работы, да? Они, ну, тот же критерий лженауки в том плане, что у нас предоставляется уже, по сути, прототип, а не такой сферический конь экспериментальный. Но при этом вот мы все равно остаемся с тем, что мы ждем эксперимента от НАСА, и вроде первый эксперимент вроде даже работает. То есть, вот как с этим быть? Что все эти критерии, по сути, не более чем эвристики. Уже упоминалась моя публикация, там критериев все-таки 15. Вот если их 15, если сходится 8 из них, все-таки вероятность, что это лабуда, она высока. Если один или два сошлись, это может быть погрешность. Вот. А если их 7-8, то да. Вот найдите мою публикацию, называется 15 критериев, 15 признаков лженауки. Хотя в данном как бы бывают случаи очень сложные, бывают. Все это вероятностно. Гарантий никто вам дать не может. Да, я согласен. Бывает действительно, вот это бывает так, что грань очень сложная между, скажем, ну, человек нормально, все, но просто плохо изложил свою идею. Или специально не хотел, чтобы, так сказать, ну, бывают разные ситуации. И приходится разбираться. Иногда действительно это вызывает такие вещи. Тут еще и понимаете, в чем дело? Зависит от того, как человек какую стратегию избирает. Как вот, скажем, в школе мы проходили, так сказать, допустим, теорию химического строения Бутлера. Вот, у него было несколько предшественников. Вот один из них, Купер, очень разумно все, так сказать, изложил все, и, так сказать, образно все, но он изложил в стиле, вот в том стиле, который излагается уже ученые, что все не так, вот вообще все идиоты, вот я один прав и так далее. Но он с того, что не принял это, потому что очень было много посторонних разговоров, хотя рациональное зерно было, он был очень близок ко всему. Но бывают случаи, когда просто, так сказать, приходится. Ну, вот, например, одно изобретение, значит, в заявке написано, что получение там, по-моему, 187-го осмия, значит, из отделения других изотопов. Ну, говорят, химическими методами невозможно это сделать все. А потом выясняется, что на самом деле там метод просто другой, он Рейни химическими методами отделял от осмия. Это, пожалуйста, сколько угодно. То есть здесь надо вот разбираться в этих случаях. Постараюсь покороче. У меня вопрос насчет доверия к источникам, в смысле, что человеку может снять с него какую-то ответственность, как бы работал такой метод, если бы были какие-то люди. Есть довольно много популяризаторов науки в России, и что был просто какой-то бренд, может, который бы на каких-то, который бы собирал ссылки на объективированные статьи, то есть чтобы человеку не приходилось думать, это наука, это лженаука, чтобы он просто понимал, что если стоит галочка и ссылка на каких-то, значит, это можно верить. Нет, ну просто есть поисковики по научным журналам, наверное, все-таки другого ничего не придумали. Вы идете там куда? В кабинет, смотрите в кабинет. Я не про научную литературу, про научпоп. Про научпоп, вот насчет научпопа, еще раз, 15 признаков. Вот, это честнее. Понимаете, если появится рейтинг, дальше появится стоимость, как в этот рейтинг попасть вообще. И стоимость, как туда не попасть. Вот, то есть честнее набор критериев, когда вы, вот это требует применения приложения своей головы. Но без нее все равно ничего не поможет. Поэтому через признаки. То есть у меня уже класс наметанный, но вот достаточно часто прочитать абстракты к статье, ну или там анонс какой-то ее, чтобы сделать определенные выводы с высокой надежностью, что ли. Можно галочку на материи, пусть носят здесь. Звезду. Тоже постараюсь очень коротко. Вот не считаете ли вы, что самый или один из самых значимых и быстрых способов популяризировать науку, это когда именитые ученые, ну как, допустим, там, мэтры фантастики писали интересные книги, которые заставляли людей потом думать и, или двигать, ну, там, есть мэтры, а есть там какие-нибудь Дэн и Брауны, например, которые как раз 100% несут вот тему нашу. Но один из хороших примеров, который заставляет там маленьких детей 14 лет думать, это
И вот вроде книжка называется «Гарри Поттер и рациональные методы познания». И все. Я знаю, там сидите, которые... Да, вот, вот. Не считаете ли вы? Да, в принципе, возможно. Вообще, это хорошая идея. Начать науки паразитировать на псевдонауке. Это здорово. Вред в пользу называется. Нет, а что вред? Гарри Поттер это же не псевдонаука. Так, это не псевдонаука, это нормально. Это просто. Здравствуйте, меня зовут Михаил. Хотел спросить, как быстро вообще устаревают научно-популярные материалы? Вот я очень люблю «Восхождение человечества» Джей Джей Абрамса. Его еще можно смотреть, там, тем более детям показывать? Знаете, ну вот я не скажу именно про ваш источник. Что касается, допустим, той же самой палеантропологии, вот я приводил пример, я посмотрел фильм 81 года «Борьба за огонь». Это художественное. Именно про научпоп? Да. Отличные советские книжки еще там 60-х, 70-х годов, вообще с тех пор мало чего хорошего на эту тему выходило. То есть, например, тот же Эйдельман «Ищу предка» или Ларичев «Охотники за черепами», которые написаны там в 60-е, 70-е годы 20 века, читаются прекрасно. Хотя понятно, что там многое устарело, и всегда нужно делать, еще раз, всегда нужно делать оговорку, что научпоп – это не учебник. И невозможно, некоторые считают, что можно научиться и стать знающим человеком определенной области, читая Википедию или популярную литературу. Вот очень важно, что это, еще раз, научно-популярная литература часто даже не передает вам знания. Она вас развлекает и при этом вызывает у вас интерес к науке. То есть она вас примиряет с наукой. Она как бы говорит, наука ваш друг. Но использовать ее в практических целях невозможно. И вот поэтому всегда, читая научно-популярную литературу, нужно всегда помнить, что автор вас от многих вещей уберег. Вот. И когда вы возьмете научную статью на эту же тему и сравните, вы поймете, от чего он вас уберег. Вот. То есть, да, но да, при этом наука, ее отличие там, от других сфер человеческой деятельности, интеллектуальной, от искусства, от религии, в науке во многих областях очень быстро различные вещи устаревают. Но при этом и определенные парадигмы, они гораздо более устойчивы. Это тоже могут меняться. Я согласен. Прошу прощения. Просто, вы сейчас сказали, что как бы, чтение научпопа или просмотр меня умнее не сделают, да? Только... Сделают! Нет, во-первых, это лучше, чем вы потратите это время, не знаю, на распивание спиртных напитков в кабаке, например. Вот. Но еще раз, читая научпоп, и это, кстати говоря, путь некоторых лжеученых, которые, почитывая популярные статьи в интернете, считают, что они приобщились к сакральному знанию. Вот. И вот эта неряшливая начитанность, и когда я вижу какой-нибудь публикации очередного фрика, ссылки на новости, на газету.ру, например, и он искренне считает, что это источник, которому можно доверять, но вот это сразу, это приговор, это диагноз. То есть всегда нужно еще знать, что вы становитесь эрудированным, но если вы хотите действительно погружаться в эту науку, вам нужно брать первоисточник, он скучный, нудный, он не на русском языке, и мучительно там со словарем его разбирать. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, у нас примерно 15 минут осталось, поэтому давайте полминуты вопрос, полминуты ответ. А вот там, вот за этим молодцом. А где, а чего девушки-то не спрашивают? Вот у нас какой-то шовинизм происходит. Сексизм. Меня зовут Алексей Устинов. Спасибо за эту встречу, спасибо вообще за то, что вы делаете. Но все-таки у меня один коротенький вопрос и одна ремарочка к нему. Почему я вообще задаю этот вопрос? Вопрос такой, не считаете ли вы, что, ну, грубо говоря, понятие такое именно понятие жесткая борьба, уже наука, мягко скажем, неоднозначная. Я прошу понять меня правильно, я двумя руками, даже ногами за науку, за научный подход, за научное мышление, но а теперь ремарочка, почему я вообще задаю этот вопрос? Не такое уж большое количество исторического времени назад среди научного сообщества считал, что Земля плоская, и была тоже, скажем так, комиссия по борьбе с лженаукой, методы у нее были очень жесткие.
Идем ближе к нам. Был такой парень Майкл Фарадей. Идем ближе к нам. Был такой парень Майкл Фарадей. Он не был ученым в современном понятии слова. А вы слышали начало мое выступление? В начале? Или вы пришли позже? Можно я закончу? Я слушал, я внимательно слушал. Угу. Вот. И его не признавало то научное сообщество, которое было на тот момент в Англии. Вот. Но тем не менее, парень, как говорится, вы знаете, да, кто такой Майкл Фарадей. Идем совсем близко к нам. У нас такой был вернадский профессор Владимир Иванович, если я не ошибаюсь. Вот. Он очень признанный был ученый, но когда он сформулировал теорию ноосферы, его забанили. Те его ученые, коллеги в то время. В сегодняшний день я подошел к председателю комиссии по борьбе с лженаукой, как раз Российской академии науки, Александрову, и спросил его, если бы Вернадский сегодня сформулировал свою теорию, забанили бы его или нет. Он мне сказал, что нет. Так что видите, как неоднозначно все. Спасибо. Вы считаете, что это пример не очень хороший вопрос, он был длиннее, чем 30 секунд. Я в начале сегодняшнего мероприятия, когда рассказывал про доводы, почему не нужно бороться с лженаукой, по-моему, практически вашими словами, вообще то, что вы сейчас сказали, немножко по-другому сформулировал и сказал. Поэтому вы невнимательно слушали. И я с вами абсолютно согласен в том, что периодически происходят изменения научной парадигмы, что периодически делаются открытия, и нередко некие взгляды в науке пересматриваются, что наука — это как раз, еще раз, я только что, по-моему, про это сказал, она в отличие, допустим, от религиозных каких-то догм, она может меняться и меняться достаточно быстро, это раз. Во-вторых, случается, что в науку делают вклад, формально говоря, дилетант, то есть человек, не являющийся профессионалом. Вот. Но! Вы умолчали про большое количество других случаев, когда ученым в течение длительного времени морочили голову, например, да? Когда лжеученые, выдающие себя за светило, впаривали научному сообществу некоторую пустышку. Мы эти примеры знаем. И если бы научное сообщество не выработало некоторых фильтров от этого, где была бы сейчас наука? То есть вот существует известный, сформулированный Карлом Саганом принцип. Экстраординарные свидетельства требуют экстраординарных доказательств. Да, это сложно, но ничего лучше в мире науки вообще не придумано. То есть, если человек выдвигает некоторую гипотезу, то бремя доказательств лежит на нем. И чем с большим количеством общепринятых в науке положений эта гипотеза конфликтует, тем более строгие доказательства он должен приводить. И неизбежно существует скепсис и сопротивление и консерватизм научного сообщества, который, да, периодически может приводить к тому, что та или иная идея дольше пробивает себе путь в науку. Но это та плата, которая того стоит. И это хорошо тем, что это заставляет ученых находить более строгие доказательства. Значит, по поводу ноосферы я помолчу. Но еще раз, вы правы. И тем не менее, ничего лучше, никаких более точных механизмов за сотни лет существования науки не появилось. Как-то так. Да, я согласен. Две вещи не следует ожидать от научной жизни. Полной справедливости и полной доказуемости. У меня скорее дискуссия, чем вопрос. Вот по поводу популяризации науки. Так ли это плохо, что какие-то псевдонаучные теории выходят в массы там, по телевизору? Потому что, во-первых, на кого они ориентированы, кто смотрит эти передачи? Мне кажется, в основном домохозяйки. То, что домохозяйка поверит в то, что сахарный завод был там древним государством, и расскажет двум соседкам, мне кажется, это не так плохо. А то, что она через это транслирует своим детям, что наука — это интересно, и ее дети поверят в науку. Это очень плохо. Потому что она вот это будет транслировать своим детям. Нет, она будет транслировать, что наука это интересно. Не надо. Я расскажу свою точку зрения. Потому что, например, мультфильмы. У вас дети есть? Нет, у меня нет пока детей. Какие-нибудь мультфильмы Лена Ушфильма советские, которые были тоже весьма такие сомнительные, наверное, они детей все равно сподвигали к интересу к науке. Это с одной точки зрения, с другой точки зрения. Вот эти передачи, там, Малахова, предположим, шоу, смотрят все.
Если вы туда поставите прекрасные, там, очевидно, невероятные капицы, в то же время кто будет смотреть? Никто не будет. Если подготовить почву, предположим, через эти псевдонаучные, но зато какие-то пропиаренные программы, то постепенно, вот как нам тут сказали, будет воспитываться чувство вот этого плохого-хорошего, может быть, потом можно будет вести какую-то более научную передачу. И в-третьих, чтобы научные передачи были научными, нужно каких-то личностей сильных, научных, откуда их взять. Потому что ученые, которые настоящие, они обычно сюзанники. Ну хорошо, что Капица нашелся, я этим занимался там 40 лет или сколько же там. Но не факт, что найдутся еще. Спасибо. Я не смотрю, что это его нет. Я, видимо, зря вот 15 минут говорил свои, потому что сейчас повторяются те вещи, которые, мол, опять же, теми же словами, которыми я говорил. Вы знаете, я общался с телевизионщиками, и вот то, что вы говорите, это еще раз прекрасный способ для телевизионщиков оправдывать свою халтуру, как, вот буквально дословно. Не будем говорить, с какого канала номер 5, да? Я слышал, у нас же смотрят домохозяйки, им пофигу вообще, им пофигу. Это, опять же, лукавство, и это система с обратной связью. То есть можно уровень этих же домохозяек можно понижать, можно его повышать. Можно понижать, 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 и так мы придем, снова вернемся в каменный век. Вот. Но опыт показывает, что проблема в низкой квалификации этих журналистов, потому что нормальная, настоящая наука может быть подана не менее увлекательно, не менее интересно. Понятно, что домохозяйкам все равно, что смотреть. Вот. То, что они будут детям своим рассказывать, что наука это интересно, это, конечно, очень красивая фантазия, но на практике я просто с этим сталкиваюсь и получаю письма. У детей головы загажены вот этим. Так загажены, и это вообще катастрофа на десятилетия вперед. Когда ребенок вот это смотрит в течение там, нескольких часов, просто ежесуточно, просто у него включен канал РЕН-ТВ, и на него вываливается вот этот грязевой поток. То, что он полюбит науку, это есть вероятность, но больше вероятность, что у него головка будет бобо к тому моменту, когда он будет выбирать вообще, кем ему становиться. Вот и эта вероятность гораздо выше вообще. Да, интересная логика у девушки, мне понравилось. Особенно если распространить ее на еду, на здоровье. Вот это сначала будем питаться, а потом уходить. Я постараюсь отчет. Смотрите, вот молодой человек, казалось бы, он все очень четко расписал, вот лекарь сказал, да, который он даже привел некую классификацию, то есть там был псих, вот у него присутствовал. Да, вы. Спасибо. Пожалуйста. Вот, не считайте, то есть вы что предлагаете? Примерно, что знание вот реальное, научное, его может определять только узкий специалист, который разбирается во всех мельчайших подробностях и деталях вот этого некого процесса, да? Примерно, что это значит? Вернемся в времена неандертальца, да? Вот существует некий главный неандерталец, да, который общается с духами. И он говорит, ребята, есть духи. Его зовут Крэп. Его спрашивает глупый неандерталец, а точно духи-то есть? Стопудово. Я же общаюсь с ними, я лучше знаю, я же самый умный неандерталец, правильно? Вот, не предлагаете ли вы примерно то же самое? Вот вы говорите, что экстраординарные какие-то вещи требуют экстраординарных доказательств. Вот и когда, например, ученые говорят про какие-то вещи типа сингулярности, темной материи, темной энергии, из которых состоит все, но не понятно, что это. То есть не требует ли это каких-то более серьезных доказательств, и не считаете ли вы это уже наукой? И, естественно, когда я такие вещи я слышу, у меня возникают вопросы, и я не очень-то и верю в то, что это есть. Потому что это может быть только предметом веры, никто никогда этого не видит. Есть два пути вообще. Да. Два пути. Либо верить, либо знать. Вот верить или не верить, это ни о чем. Понимаете? Вы верите. Нет, вы можете верить ученым на слово или не верить. У вас второй путь. Самому учиться, идти там в ВУЗ, учиться там 5 лет, потом защищать, там, учиться в аспирантуре. Вот, и получить знания действительно в этой области. И тогда вы можете сами проверить. Верно или неверно то, что вам говорит, там, допустим, ученый с телеэкрана. Вы можете сомневаться, вы можете верить или не верить, еще раз. Но и это вопрос знания. То есть я могу сомневаться в том вообще, что вы здесь находитесь сейчас. Это моя проблема. Вот. Еще раз, существует два пути. Простой путь или сложный путь. Простой путь, я просто верю людям на слово. И другого, и в большинстве случаев. Просто с детства человек устроен так, что он усваивает картину мира, доверяя людям, которые его окружают.
Потому что еще раз, вот я могу стать сейчас абсолютным солипсистом и сказать, что вы все плод моего воображения. Но вообще с детства, как бы интуитивно, мне кажется, что вот мне объяснили, что вот это я, а вот здесь я уже заканчиваюсь. Как бы это интуитивно понятно. Так вот, в области науки, еще раз, наука сложна, это опять же то, о чем я говорил. Наука сложна, она непонятна людям. Раз она непонятна, люди ей не доверяют. Так вот, есть два пути. Либо человек поднимается до уровня вот этой сложности, либо наука опускается до уровня человека, что является популяризацией. Но, еще раз, в случае популяризации вы не получаете знания во всем объеме. Это проблема, да. Здесь ваш выбор, вы доверять, либо не доверять. Нельзя. После встречи, давайте. Пусть. 30 секунд. Да, 30 секунд. Вот мы говорили про Менделеева, да, и о том, что он как бы занимался теорией поля, ой, не теорией поля, эфира. Теория эфира. Вот это сейчас считается лженаукой, правильно? То есть если бы сейчас сидел на вашем месте Менделеев, он мог, в принципе, читать лекцию про эфир, правильно? Но вы можете не верить ему, Конституция не запрещает, еще раз. И никто вас не гарантирует от риска, что вы ошибаетесь. Опять же, это ваше бремя и ваш риск. Вопрос умысла. Только Господь Бог. Господь Бог здесь. Я как представитель студенчества хочу сделать небольшой комментарий. То, что я замечаю сейчас, происходит с моими однокурсниками и все такое. Потеря мотивации к третьему курсу происходит. Это то, что мы называем синдромом третьекурсника, когда на первом-втором курсе ты начинаешь захлёб учить науку, это так интересно, захватывающе, а потом на третьем курсе ты приходишь в лабораторию и тебе говорят, а то, чем мы здесь занимаемся, в принципе, бесперспективно. И когда приходит профессор, который начинает читать что-то непонятное, ты понимаешь, что, в принципе, он получил свою степень просто так. Собственно, вопрос. Да. У меня не вопрос, у меня чисто вот такой комментарий, что потеря мотивации – это достаточно плохо. И спасибо вам большое за то, что вы продолжаете мотивировать. Так что спасибо большое. Такой, так как мы действительно, я против СМИ и понижения общего уровня, пожалуйста, популяризации, скорее, лженауки, у меня вопрос такой, можем ли мы как-то, я как-то состоявшийся ученый, но родившийся за науку, у меня такой вопрос, можем ли как наука, научные органы сотрудничать больше с государством? И, допустим, вот как на пачке сигарет написано крупными буквами, это опасно для здоровья, также в передаче. Допустим, очень популярно какой-нибудь талант, действительно, завершающийся или начинающийся такой фразы, что это не подтвержденные научные данные. Обращайтесь к врачу. Я пытаюсь сказать, что каким-то образом воздействовать на государственном уровне, защитить науку, нормально знать. Можно мне? 18+. Да. Я представляю себе, значит, эту картину в красках. Был такой председатель Государственной Думы, одно время министр МВД Грызлов. Он как-то заявил, кстати, он Петрика очень выдвигал, там, Да. Значит, он как-то в сердцах, когда его упрекали в псевдонауке, сказал, ну это просто средневековье какое-то. Понимаете, вот Коперника сожгли за то, что он сказал, что все-таки она вертится. Вот тут появляется табличка. Тут появляется. Вот, на государственном уровне, я не знаю, как это делать. Оттуда все и идет. Хорошо. Ну, можно, вот, допустим, вести к тем же журналистам вопрос. То, что действительно популяризируют науку, все по непопаде, не глубоко не давая деталей. Допустим, вести какой-нибудь факультет научной журналистики, который бы, чтобы... Да, есть. И другие мероприятия у нас в университете есть, когда собирают журналистов, им рассказывают, ученые приходят свои работы. Есть. Но это невкусно, понимаете, наука, она не впечатляет, вот такая, она занудная, а вот... Добрый вечер. Как вы думаете, введение Болонской системы в образовании, какое влияние оказало на приток свежих кадров в науку и, может быть, псевдонауку? Спасибо. Самое печальное, это то, что вы правильно сказали, приход Болонской системы, она пришла к нам, а не мы к ней. Поэтому попытка сделать, так сказать,
нового человека, нового специалиста, нового типа по Болонской системе, это она методически то же самое, что построить строителя коммунизма. Тем же и закончится. А я хотел вдогонку к этому вопросу. Считаете ли вы, что заниматься научной работой и обучать, в смысле, ну, подрастающее поколение более перспективно при разделении школ на мужскую и женскую? Я бы был против. Давайте на этот вопрос закончим, он будет быстрый. Мой вопрос следующий. Вот вы привели критерии, какой должен быть научно-популярный материал. А почему научные статьи не могут быть такими? Потому что они решают другие задачи. Потому что научные статьи публикуют журналы, которые читают специалисты. Если вы начнете объяснять специалисту, что митохондриальная ДНК – это все равно, что рецепт супа, то вообще мне вас жаль. Это, наверное, научной конференции. Вот, они решают другие задачи. То есть как раз разница в том, что выступая. Почему, например, мы проводили круглые столы ученых, и, ну, я понимал, что этих ученых нельзя выпускать на аудиторию, на широкую. Потому что это совершенно разный язык. Потому что когда в зале сидят специалисты, которые лучше выступающего владеют этой темой, он может начинать с самого интересного, с выводов, да, без введения в специальность вообще. Вот, в популярной статье надо начинать введение в специальность и им же заканчивать, в принципе. Вот в чем разница. Дорогие друзья, у нас уже 10 часов, я поэтому прошу наших экспертов вкратце суммировать свои впечатления о встрече, вручить подарки, а потом, если они позволят, сделать небольшой пиар. Наша организация тоже как раз говорит, что пиар – это да. Вкратце суммируют, какие у вас впечатления и книги? А, у меня впечатления очень хорошие. Книгу я вручил вот молодому человеку, который сидит это самое напротив. Я уже подписал, ну, я без имени отчества вообще, так что спасибо вот. Большое. Я надеюсь, по-хорошему. Я просто хочу еще раз напомнить, что вы должны сделать, когда сегодня вечером придете домой. Да? Помните, что надо зайти в ваш профиль там, в социальные сети ВКонтакте, в Фейсбуке, в живом журнале. И вот все то, что наболело, что накипело, что не успели сказать, вот это выплеснуть. Не забудь поставить ссылку, ну, на сайт antropogenes.ru, на сайт наших уважаемых организаторов. И тем самым вы помогаете нашему общему делу. А книжку я, наверное, вручил бы вот молодому человеку за острый вопрос, который был многословный, но вот, пожалуйста.